Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам покажу свой еще один жакет, вязанный на машине Пасап. Кружева, пазлы, как угодно. Вот, юбочку тоже сама шила, вы ее видели. Шарфик Жабо. У нас плюс 8, даже 8,5 на моей метеостанции. Тепло, штиль. У нас потеплело. Даже говорят, что будет выходные, ну, воскресенье. Плюс 9, плюс 10, по прогнозу слышала. Так что у нас потепление, хорошо, я в трикотаже, мне не холодно. Смотрим показ одежды. Такая сегодня. Спасибо за внимание. Я вас очень люблю.